Приветствую всех! Вы находитесь на канале, который посвящен вездеходам Лесник. Зовут меня Иванов Андрей. Я являюсь руководителем предприятия, на котором производится эта техника. И сегодня я хочу снять небольшой, кратенький видеообзор нашей новой продукции, нашего самого бюджетного вездехода Лесник Лайт. Ну вот, собственно, вездеход Лесник Лайт. Почему Лайт? Потому что легкий и по деньгам относительно недорогой, и по весу не тяжелый. Вездеход весит около тонны, при этом имеет грузоподъемность 600 килограмм. Вчетвером можно на нем смело плавать, преодолевать любую водную преграду. Немножко поговорим о технических параметрах. В длину вездеход 3700, в ширину 2320 и в высоту 2400 миллиметров. Максимальную скорость вездеход имеет 50 километров в час. Шины установлены на вездеходе размерностью 1300 на 600 на 21 дюйм фирмы Трекол. Вездеход считается трехместным. Водительское мягкое сиденье, расположенное над ящиком, в котором находится зип. И два вот таких приставных сиденья, которые при желании для более большего комфорта можно доработать. Двигатель на вездеходе установлен карбюраторный 2106. Радиатор 2109. Переделано крепление генератора. Генератор поднят. И сделано крепление для насоса для рулевого управления. Рулевое управление здесь гидрообъемное. Стоит насос-дозатор производительностью 80 кубических сантиметров. И рулевой цилиндр от ГАЗ-66. Принудительное охлаждение вентилятора. Да и больше-то, в общем-то, тут ничего и нет. Справа от водителя мы имеем топливный бак лодочного типа на 23 литра. Очень легко и быстро снимается, устанавливается. Под сиденьем находится герметичный ящик, в который складывается зип, инструмент, какие-то вещи, чтобы они не замокли. Так, смотрим здесь. Простенькая торпеда, тахометр, аварийные указатели работы генератора, давление масла, температура охлаждающей жидкости, прикуриватель, свет, замок зажигания.
здесь у нас кулиса переключения коробки перемены передач. В простонародье называемый подсос. Стекло на вездеходе из поликарбоната. В перспективе планируется заказывать гнутые стекла триплекс. Ну и сзади мы имеем большой грузовой отсек. Все необходимые приборы освещения, светоотражающие элементы, место под номерной знак. В общем-то, все очень просто, но все очень легко, надежно и относительно недорого. В качестве дополнительного оборудования на вездеходы Лесник Лайт может устанавливаться система центральной накачки шин, быстро переставляемая вперед-зад лебедка, жесткие принудительные пневмоблокировки в оба моста и система быстрой накачки шин. Ну и в завершении сейчас мы немножко прокатимся. Управление вездехода очень простое. Руль очень легкий.